Друзья, всем привет! Сегодня, несмотря на такой пасмурный день, мы с моими родителями, сибиряками. Мама, стесняешься, да, такая, со стороны в сторону? Приехали все-таки в Амфибиус. Амфибиус – это у нас аквапарк. И сейчас будем пытаться загореть при вот такой вот погоде. Вот они, в общем, цены. Взрослые 1400, детские 700, для ветеранов 700. Вот сейчас, мама, туда пойдем. Ну, я не знаю. Мама, давай, дубль 2. Поздоровайся с телезрителями. Не стесняйся, не стесняйся. Всем привет. Это моя мама. Она очень стесняется, так что не судите ее строго. Да. Да? А это мой папа. Он еще сильнее стесняется. Но ничего страшного. Отдохнем. Может быть, потом. Вот так, друзья, здесь все устроено. Здесь у нас кафешечка. Там где-то корабль. Сейчас я вам покажу. Вот этот вот корабль. На нем можно там кальян-мальян покурить. За мной. Здесь такая детская больше зона, наверное. Вот они наших. Вот, да? 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 Нормально? Да. Три наших козырных места. Маманя! Ноги сгибай в коленях, мама. Слышишь, здесь другой принцип. Гол! Все, мама уехала. Ну-ка, сейчас дети выпить. Мама! Она уже успела показать. Вот это самое мощное, конечно. А вы что, не трубу снимаете? Да. Не трубу? Все знает уже. Все, ты знаменитость. Как тебя зовут? Саша. Саша. Сочи ты, нет? Нет. А откуда? Из Москвы. А, из Москвы? Понятно. Что, нормально, нравится тебе? Ой, дождик еще. Дождик, да-да-да. Погода. Конечно, у нас сегодня подкачал. Ну что, как вам сегодня день? У меня глаз отпадает. У вас фигово. Как? А у вас как? Замечательно. Замечательно? А у вас один негатив, да? Глаз отпадает. Все не так вам, да? Или нормально все-таки? Нет, все хорошо, просто глаз отпадает. Ага. Женя только что ресницы сделала и приехала к нам. Мы ее заставили. И ботоксом лицо закололо. Да, да, как подписчик. Ну, какие подписчики, там, комментаторы. Тетя ботоксом перекололась. Да, да.